Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о тупиковой ветви развития млекопитающих. Много лет назад среди представителей наших сородичей произошел сбой. Тогда появились новые малоизученные виды – Homo davatus и Homo взятус. Кажется, они ничем не отличаются от простых людей. Две ноги, две руки, думающая голова и живой нрав. Они ужасно жадные и хитрые существа. Сейчас мы имеем уникальную возможность наблюдать за даватусом у себя в логове. Влажными пальцами он отсчитывает купюру. Мелкая моторика даватуса очень хорошо развита. Даватуса ждет высокопоставленный взятус. Взятус готов помочь другу в бизнесе. Не за просто так, конечно, но все останутся довольны. Только наш взятус тоже сейчас заметно волнуется. Глаза бегают, он тревожно смотрит на часы. И не зря. Потому что за каждым Homo взятусом и каждым Homo даватусом всегда следит человек разумный. Он не дает совершить им преступную сделку и заводит их отношения в неминуемый тупик. Такая вот тупиковая ветвь развития.